Но я его сейчас догоню! Ну что сказать, Lexus-то уехал. Ваши впечатления, парни? Вы маленько раньше тронулись, да? Нет? Почему? Ну как не тронулись? В третьем щелчке мы рванули все, полагается. Ну, сейчас попробуем второй раз. Коробка ВЭС, подвеска. Сейчас подвеска в спорте. У нас сейчас будет второй заезд с Lexus-ом. Первый заезд я слил. Раз, два, три. Давай, туарежик, давай. Ноздря в ноздрю идем. Я его догоняю, но у меня машина впереди. О, он что за... Пошел. До 140 я начал его обгонять, но машина помешалась. Вот здесь вместе тронулись, и где-то со 140 я начал его догонять. Не знаю я. Так, правда, я и не выяснил в этих заездах. С места первый заезд Андрюхи я слил. Второй заезд я его начал обгонять, когда мы тронулись примерно вровень. И я тронулся под подвески в спорт. Интересно, хорошо прокатились. Мне понравилось. Ну все. Спасибо. Победитель в этих заездах, я считаю, что не выявлен. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы победил Туарег. Ну, как есть.